И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World. Все, также с Unlucky модом. И сегодня мы пойдем. Вообще, я думал, пока все это дело не дострою, я не пойду, ну, не буду снимать видос. Во-первых, это чертовски затянулось. Во-вторых, на птере строить это очень неудобно, нужно томить топижару. В-третьих, я сейчас копался в поисках, а если альфа топижара нашел. И я хочу притомить альфа полярного медведя. Вот, топижару не нашел. А вроде бы больше никакого летуна. Ну, опять-таки же, думаю, альфа будет летать очень быстро, жестко, стильно, молодежно. В общем, короче, обычно вот топежару буду томить, потому что мне топежа нужна для... Да. Топежара. Вот, топежара мне нужна для... Чего вас так мало? Вот, нужна для постройки. Я задолбался. Кстати, да, Silver Zomb Dodo. Silver, я не знаю, как я в шары долбился, но, в общем, Silver'ов и нашел. И все хорошо. Не знаю, говорил это в прошлой серии или нет. Было это очень давно. В последней серии у меня уже вышло две. Так, Альфа, Поляр, Дудо. Ой, Дудо, блин. Бир. Погнали. Туда. Я с последней серии стал заливать Рутуб, ВКонтакте и Ютуб. Не знаю, на ВКшке в итоге смотрят или как, или там просто просмотры, но сути дела не меняет. В ВКшке какие-то просмотры есть, ну и пускай будет. Если кому-то удобно смотреть там, то ради бога. Чем жалко, что ли? Зимка, зимушка, зима. Погнали мы туда. Потому что что? Правильно. Это примерно в том районе в целом нужно. Ты посмотри-ка. Просто вот это вот вообще, короче. Иди сюда прям. Ладно. Давай, взлетай! Взлетай, мать твою! Взлетай! Ну, спасибо, что не хочешь взлетать по-нормальному. Так, ну, это Альфа. Он, по идее, не должен сдохнуть. Да иди ты в жопу! Я тут управление пытаюсь вспомнить полетом. А ты тут ко мне бежишь. Ты чё, в текстурах? Ну ты гнида, мать твою. Snowdrake! Так, он даже не в этой текстуре, он даже в следующей текстуре, да? Он даже в текстуре под текстурой. Ну ты и ублюдок, еще идет дальше. Ну вот это, конечно, беда бедовая. Хотя, может, он не в текстуре? Ой, да идите вы в жопу! Чё вам надо от меня? Ладно. От этого им их немножко отсюда. Так. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Тут есть шанс, что он вылезет из текстуры, если он, допустим, сагрится на меня. О, видали? Стоит. Носуется под текстурой. Спрятался. Так. У меня появилась идея. Не, я до него не дотянусь. Ой, фризон. Теоретически Альфач, он может на меня сагриться. Практически. Вот этот ублюдок меня бесит. Он опять здесь. Ты задолбал меня уже. Моногарм. Так, ладно. Давай. Да блин, ну нифига себе. Разница-то какая. Давай попробуем его сагрить на себя, чтоб он из текстуры вылез. А он вообще не агрится. Слышь, ты чё? Не агрессивный, что ли? Исключительный корм. 6 штук? Да ты чё, оборзел что ли? О, Альфа Грифон. Вот тебе еще не хватало.
хотя теоретически я могу его согреть, чтобы он что-нибудь сюда жахнул и этот вылезет из текстуры. Наверное, это так работает, я не знаю. О! Согрелся на меня! И белёхонький. Ой, ёп, твой ж за ногу. Согрелся-то хорошо. Но я не думал, что он мне через текстурку-то достанет. Гнида. Ой. Так, возродиться на кровати. Ну, сейчас у меня с этим должно быть полегче. Не, ну что эта гнида просто в текстуру застряла, это да. Это плохо. Во-первых. Во-вторых, к нему нельзя подходить. Вот, а в-третьих, у нас имеется такая проблемка. Оп, все, вернулся на место. Только шмотки надо починить. Я так и не понял, как его томить. Сейчас надо шмотки починить и посмотреть. В итоге, как его томить. Такая фигня. Сдох, дебил. Так. У него пассивное кормление. Исключительный корм. 9 штук исключительного корма он требует. И тут уже вопрос, а могу ли я к нему подойти? Учитывая вот это вот все, что здесь творится, я честно сомневаюсь. Но! Одно я точно хочу проверить. Кто орет? Мне страшно. Одно я точно хочу проверить, это именно попробовать первый раз подойти. Снова Додорекси. Через оглушение, исключительный корм. Кстати, Додорекси и топ притомить дешевле. Смотри, это. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Ага! И смотри, и он не согрелся. Это будет ужасно долго. Это будет отвратительно долго. И другая проблемка. Вот эта вот скотина. Если бы эта скотина здесь не было, было бы полегче. В каком плане? То есть я бы застроился бы и все. То есть проблем не было бы. Подбежал, по-быстренькому покормил его, убежал. Но альфа-грифон. Ладно, давай попробуем взять застройку и киблы. Кстати, вот что у меня есть по киблам. Обсидиан. Из чего у меня там обсидиана полно, поэтому отсюда он обсидиан не гребет. Это то, что я лутанул. Кстати. Кстати, а прокнет. О! 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 Два золотых! Прикинь, два. Бляха. Слушай, надо этот сделать. Холодос. Что-то он этот ломается, киблы, быстро. Что-то нифига себе. Кстати, проблема со стенками, это вообще, это кобзда полная. Они настолько дебильные. Вот у S Plus стенки были нормальные, а здесь дебильные. Почему? Потому что я могу так это говорить. Ну и чё? О, два дня. Ну, пойдёт. Новые, это вот. Прокнуться и перекинул туда-сюда. Почему? Да потому что... Сейчас объясню. По-быстренькому. Допустим, берем... Почему у меня почти все из больших стен вот таких вот сделано, а не вот из этих. Не из плюсовских. СС-овских. Смотри, прикол. Ставим стену. Ну что, может, конечно, и не получится с первого раза, но суть в чем, то, что обычно у меня получается все с первого раза. Вот это была первая, вторая, третья. Берем пистолетик. Я подобрал первую стену. Суть в чем загвоздка? Он любит вот так пристыковываться. И у него в приоритете у этого мода стоит пристыковаться к стене. Не на фундамент встать, как у S Plus было, и как у обычной стены, а пристыковаться к стене. И это, конечно, удобно. Ты вот так пристыковался, и вот у тебя в воздухе. И это я вот там вот буду закрывать, я это буду использовать. Но! Я ставлю стены, я убираю первую стену, и ломаются все, неважно сколько. То есть, вот просто у меня стоял ряд стен, я поднял первую.
В общем, больше 10 стен у меня просто сломалось. А прикинь, если в этом... О, короче, я боюсь представить, что будет с моей нервной системой, если это такое случится с большой стеной. Поэтому я использую простые. Большая каменная стена. Благо, она есть. Это четверная каменная стена. Знаете, как решить эту проблему у SS-мода? Буду очень благодарен. Потому что в будущем я тоже хочу этот мод ставить. Все-таки, наверное, его. Ладно, отошли от темы. Берем киблы, берем застрой и надеюсь, что будет все хорошо. Кстати, единственное, что ворота мне надо сделать не бегемоты, не СС, а обычные. Почему? Чтобы они автоматически не открывались. Я их пока настраиваю. Это кошмар. Как он там? А где они делаются? А, огромные! Гигантские, вот дебил. У меня соломы нету. Вовремя вспомнил о вот такой штуке. И теперь у меня огромные крепленные ворота. Одни сделал. Ой, надо еще воротники сделать. И вот так уже лучше. По крайней мере, так бы дешевле. Я что-то... Мне лень было идти за соломой, я решил из дерева сделать солому. Почти попал. И... Вот она. Не знаю, получится, не получится. Так сказать, поймать в коробочку его. Но я попробую. Так. Да, отсюда можно тоже тпхнуться. Last remove location. Давай пробовать. Вот прям на ваших глазах. Сейчас прям вот телепортируюсь, я прям к нему. Да нафиг. Или грифону. Не, ты смотри-ка, повезло дурачку, а. О, еще один дебил летает. Ну давай, рискни. А хотя у меня урон 2000, и отхиливаешься быстрее. Ой, бэй. Вот и от него бы как-нибудь избавиться. Ух, вообще была бы красота. Ага. Построился один такой дебил. Но он же под низом пройдет. Ой, блин, это ж неровная поверхность. Ну-ка, погоди-ка. Тихо. Ты посмотри-ка. Кто кричит? Давай без этого. А, ну этого можешь мочить. Хочешь, помогу? Он мне точно будет мешать. Нифига себе! Разъяренный, пораженный тираннозавр. Че это у меня сейчас карта так глюканула? Вот, а ты иди в жопу, дебил. Сказал же, будет мешаться. Надо как-то сделать так, чтобы вот он на него сагрался. Или он на него сагрался. А это сейчас дебилехонький на меня будет бежать, это я знаю. Пройденный этап. Мне по самому вот на него не выбраться. И чтобы тот не выбрался. Так хорошо за этого его. Есть шанс обосраться. Ну, вроде бы гениальная мысль мне пришла в голову. Встал он там на камешке. Вон на том камешке. Стрельнул в грифона. Он на меня сагрился. Но я от него сдрапнул на крыльях. Он не догнал, отагрился. И нету грифона здесь. Отлично. Монокарм тоже куда-то исчез. Что тоже очень хорошо. Надо сейчас взять исключительный корм и киблы. Золотые. И посмотреть. Золотой кибл. Прокнет за раз или нет. Кстати, я так подумал. Если у меня 2 кибла,
И каждый вроде бы за 6 часов прокается. Это сколько я в игре провел времени? Ёпадосоты. Это, конечно, да. Кстати, там еще вроде бы писала спыры эликсир, что дропается. Где эликсир? Жмоты. Кстати, не жрут. А кто помнит, сколько еды у них было? Ладно, достану, покормлю и всех. Еще их тут делов-то долго, что ли? Так, ладно, неважно. Берем киблушечку. Одну штучечку. Че там? 100 раз эффективнее, чем этот. Ладно. На такое можно и такое потратить. Мне нужен какой? Исключительный, да, корм? Исключительный, экстраординарный. Давай вот так берем. Вот так вот сделаем. Не, давай лучше вот так и вот так. И вот так. Ну, чтобы уж точно было побольше. Чтобы точно хватило. Так, и вот это выкинуть. Нифига, у меня инвентарь хламится. Так. Так. Ну и погнали. Last move location. Надеюсь, он сейчас из-за телепорта никуда не тпхнется и не заспавнится. Вот, вот все, на что я сейчас надеюсь. Так, отлично, вроде как нормас. Есть шанс сдохнуть. Но... Есть! Не, я просто не знал, что он сработает. Честно, я не знал, что Gold Kibble сработает. И поэтому я так сильно очковал. Да, он нигде здесь не мог вылезти. Я прям реально не знал, что это сработает. И за это вот... Я сейчас думаю, я сейчас сдохну. Потом такой беру киблы, кидаю и уже буду вот кормить. То есть я вот увидел, да, подошел, покормил, убежал. Мимо двери пробежал и дверь закрыл. То есть было бы как. Только дверь у меня в другую сторону открывается, да? То есть было бы именно вот как я и сказал. То есть я вот подошел, покормил, побежал и дверь закрыл. Все, то есть он не успевает на меня сагриться. Но получилось даже лучше, чем я думал. Все мучения с моногармом и с грифоном того стоили. Так, теперь на базу. И на него нужно делать седло. Кстати, точно. Также ближе будет. Сделаем седло. И первый альфа получается. Мишка получился. Да, были бы у меня голдкибы, я бы и там бы сделал это. Че это у меня? Я бы и там сделал. Притомил бы все, и все бы нормально было. Но, типа, камон. Я столько в ФК, оказывается, протусил, что даже это сам удивился. Еп! Так, это скидываем. И экипируйте седло. Так, вот это уже вырубить. Да, посмотрим, что требуется у нас на седло. Здесь седло. Так, а здесь-то что? А, тут вообще, короче, фиг просто что. Здесь боссы, как я понял, в основном, да? Ладно, срать. Давай сюда. Два верстака, и по ходу дела чуть не одинаковых. Так. Как там он пишется? А, вот, это достаточно уже. Сайбертуз. Погоди. Альфа Берс. Да ладно. Так, Ancient Pelt. Хитин есть. Steel Angon сейчас сделаю. И волокно. Так. Нежданчик.
Древний сол. Так, ладно. И что мне там нужно было? О! О! Альфа-блад? Блад? Мне нужен альфа-блад. Блад. Ну, кстати, 600. И, а кто это у меня он добывает? Блин, надо тогда на альфа-кровь еще притомить. Я из серебряных киблов могу делать золотые. А, из 5 серебряных один золотой. Ну, типа, это лучше, потому что один золотой, это как 10 серебряных. Но тоже нормас. Ну, окей. С этим мы потом разберемся. Так, вот это мне нужно сделать. Давай сделаем сразу сотку. И они еще делаются по одному. Серьезно? Да гори в аду тот урод, который придумал, что нужно это делать по одному. Смотри, я жму на А, и он не создается. Я сейчас вот зажал Е, и тогда он создается. Ну, реально гори в аду тот, кто это придумал. 95, наверное, походу дело по 5 делаются, это тоже хорошо. Так. Мне 25, волокно. И Ancient Pelt. Yeah. Ancient Pelt, древесный сок, волокно, шкура. Так, у меня вопрос. А, вот он ты где. О, второй появился. Так, вот этот застрявший, а вот этот не застрявший. Так, и чем тебя томить, кто помнит? Естественно, никто мне не ответит на этот вопрос. Хотел я сказать. Так, это я куда тпхнусь? А, ну это я тпхнусь-то примерно в то же самое место, только вот лучше зимка. Чтобы было повыше, чтобы лететь подальше, лететь получше, вот это вот все, все дела. Погнали. Почему? Ну да, здесь безопасное место, я не поспорю. Полетели. Там много было красивой штуки. Я не смог пролететь мимо. Так. Давай, взлетай уже. Опять на этом острове дебильный. Да что вот что вас туда тянет, а? Ну, сейчас он просто сдохнет. Ну, вот сейчас смотри. Кролик сдохнет через 5, 4, 3, 2. Ну, блин, я просто лечу долго. А считай быстро. Оп! Все? Я что сказал? Вот так вот. Вон, прокатотон, главное, живой. А это мертвый. Ну че ты за скотина такая редкостная? Ёпрасоте, а. Только заспавнится. Ой-вей, как у вас тут весело. Лучше про каптодонта бы сожрали, скоты. Ёп твою ж за ногу, китяра! Космокит! Астроцетус, да. Вот. Ну, я его запомнил, как астрокит и все. Чё мне? Много надо, что ли? Ой, ты посмотри, еще никто не согрелся на меня. Я сказал, никто на меня не согрелся. Слышь, дебил! Да пошел ты! Прайм шок. Вон он-то, тварь, в текстурах еще одна тусуется. Вон, кролик текстурный. Ну ты гнида. Там еще и Дрейк тусуется. Пораженный скальный Дрейк. Ну ты гнида.
С одной стороны. С другой стороны, ты же до сих пор еще живешь благодаря вот этому. За текстурию. Так, ну да, здесь точно без вариантов. Вы все там живете чисто благодаря вот этой текстуре. Да, дроп, конечно, отмена для этого острова, сигнальный пистолет. Что делать-то, а? Ну, походу, дело древесный сок добывать. Кактус не вариант. Здесь вроде на центре кактусов нету. Так. Ну-ка, может это как-нибудь туда-сюда. Экстраординарный корм. Надеюсь, ты не на меня согрелся там. Ну давай попробуем. Экстраординарный корм. О, левел апнул себе. Убил Карна, левел апнул. Вот это я понимаю, настоящий левел. Не то, что вот эти рисованные за ресурсы. О, кстати. Серьезно? 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 А сколько? А 30? А 30? А здорово! А здорово. Так, давай скинем все ресурсы сюда. Ой, куда я нафиг скидываю? Ёпрсоте, я по двум разным сейчас верстакам, у меня все будет. О, господи, я такой тупой. Так, погоди. Погоди, давай сразу вот это вот говно разберем. Вот это говно разберем, вот это. Prime Metal... А, он не имеет прочности, что ли? Да насрать вообще. Я и починить свое говно могу. Прайм... Уникальный... Там мой лучше все равно. Так. Да уж. Уникальный с броней. Такой красивый. Вот это давай тоже. Гриндол. О, зато сталь появилась халявная. Вот пускай будет так. Так, что мне в итоге нужно? А мне нужно сделать-то всего-навсего... вот эту штуку. И мне нужно сделать... И поскольку ты делаешься... А, ты делаешься по 5! Неплохо, но сока мне все равно не хватит. Блин. Ладно. Так, давай все киблы все-таки переместим. Так, что-то я с яйцами явно переборщил. В холодос. Что-то я очкую за них, что они у меня испортятся. Так, и экстраординарный корм. Ну что, будем пробовать. Будем пробовать веселиться. Томиться и веселиться. Кстати, погоди, а сколько у меня там в итоге получилось этого? Ресурса? 160. Ну, в два раза меньше, чем нужно. Но учитывая, что я сделал это, грубо говоря, из воздуха, то почему бы нет? Ну что, делаем ставки. Сдохну я или не сдохну? Я так левел-то не прокачал. Здрасте. Чё? Ну да, я так и понял. Он все-таки вылез. Да. Ну бывает. 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 Чё поделаешь? Вот вылезешь так, ты и сдохнешь. Бывает. Ну что поделаешь?
Древесный сок, да, говорите, добыть? Фигня вопрос. Так. Кактусов у нас здесь нету. Переделать не получится. Значит, без вариантов древесный сок. О, топежа! Точно! Я чуть и не забыл про вас! Ё-моё! Я ж вообще начал только... Ох ты ж, бляха-муха! Топежа! Кстати, надо посмотреть, что вообще для нее надо. Какой кормяка какой. Хотя бы. И топежу притомить надо. В жопу это к седлу. Нафиг вот это вот. Это я просто альфача решил притомить, что ну мне нужно это. Ну я же не буду выпускать серию, как и тому топежару. А так вроде альфача, вроде модовского даже притомил. Точно. Топежу. Вот чем. Ёпрсоты. Полетели. Как вот он любит так прыгать. Просто ненавижу. Прайм альфа додол. Так. Вроде никого. Здесь. Спасибо, загрузилась. Так. Погнали. Смотреть, что требуется для томления. Потом до дома. И на оглушение. Да, вот что-то лучше приподняться повыше. А, он уже согрелся, дебил. Добрый вечер! Так, какая сволочь будет выпендриваться, сразу пристрелю. Ай, ёпрсоте, не надо. Отличный корм, 3 штуки. Угу. Отличный корм, отлично. Я ж чё сказал? А на вас даже стрел жалко. Точнее, пуляк жалко. Я ничего не вижу, но я тебя мочканул. Так, отличный корм. Отличный корм, да? И мне нужно, наверное, лучше сделать сеть. Не болос, а сеть. Я задолбаюсь болосом, а не палить. Ничего себе ты летать. Так, ну или баранину. Да лучше давай баранину. Че, баранина есть, почему бы и нет? Вроде бы есть. Ну да. Так. 4200. Хотя, по идее... Ладно, погнали до дома. Да уж. Далеко летает. Да уж, тут другая проблема. И проблема это не вы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Миньоны, вот это вот и все. Что за в натуре? Альфа Терди Дракон. Тоже такая не сильно уж веселая штука. Вот такие моменты задумаешься. Замочили. Задумаешься о том, а нужен тебе вот этот большой левел или нет? Ой, ты что, до сих пор живой? А, это Poison? Нифига себе! Еще и ядовитый. Ну-ка, давай посмотрим. Ой, там Дрейк какой-то. На, 500 хитина. Ой, какая гадость. О, Альфа Черный Драгон, Шок Дрейк.
Так, если б я его сейчас поймаю, то он у меня грохнется куда? Правильно, в воду. Ну и козлина. Да, могу себе позволить. Я летаю на крылышках. Мы вообще на модах или где? Оу! Не-не-не-не-не-не-не. Вот туда точно падать тебе не надо. А там я не знаю, куда ты приземлился. Надеюсь, получше место, чем это. Да ёпс туда. А там вода. А ты можешь это? Не над водой летать. Не, с топежи, конечно, еще то веселье. Томить топежару, это себе дороже. Яркость включила, потому что сейчас темнеет насчет, и я не замечу, как это будет экран темный весь, а я все еще летаю, пытаюсь притомить. Что это такое? А, надо было, наверное, выше брать. Одно хорошо, я так быстро летаю, что это он не успевает отагриваться. Точнее, успевает отагриваться, но далеко это не улетает. Над водой, да? Ну ты гнида. Оп! Попался. Улькс в воду. И я в воду. Все в воду. Только он-то сейчас взлетит? А, он даже в воду не упал. А вот я буду как дебил плыть. Долго и счастливо. Я чуть петь не могу, а чё по ним такое бьет? Так, ну-ка, погоди-ка. А, во, у меня же здесь она. А, вот кто там. А, в воде-то я не могу стрелять. И я патроны... О, я, мать его, просто гений. Я просто гений. Ты понимаешь, у меня и патронов нету. Ну, хоть взлетел. И на том хорошо. Ой, косоглазый. Не-не-не, я вообще даже близко не пошёл. Ой, на базу надо. Хотя с другой стороны... Трайк! Живи, братан! Да ёп! Я дебил косоглазый. Ну чё поделаешь? Эх, Трайк! Не спас я тебя! Что поделаешь? Слышь? Давай вот без этого! А я хилку тогда буду юзать. Пошёл ты. Четыре раз. Ну блин, ну чё ты вот это вот? Ну сдох твой уже, друган. Ну чё ты вот это вот? На меня тагришься. Я говорю, отойди. А чё тут? Серьезно? Вот это просто в них, да? Ну хоть кератин с них добыть можно. Да ну нафиг, это серьезно с них дроп такой? Ну хоть кератин добыл. Так, на базу, короче. Не, дебилехоньки чуть-чуть просто. Так, уже лучше. Ой, добрый вечер. Да вы не одеты. И кто тебя завалил-то, интересно? Вот как? Вот что с ним за дроп? Я вот это вообще не понимаю.
Но одно я точно знаю. Мне сейчас нужно... Вот еще одно. Ну вот, вот это дроп разве? Ужасно. Одно я точно могу сказать. Мне сейчас нужно по новой его ловить. Вот этого чувака. Чувиху. Да. Понятно. Это надолго. Не так уж и долго, но помучился чуть-чуть. Хотя мог, наверное, с винтовки пострелять, и толк был бы такой же. Оп, и уснул. Благо, эта винтовка стреляет, и находясь в воде... Такс, кто там? Кто там? Кто там? Ихтиорнис, отлично. Все нормально, не толкаемся. Тихо. О, отлично. Все, идите в жопу. Ой-ой-ой-ой-ой. Захлебываюсь какашками, которые они тут накидали. Да 100% они же накидали. Сколько можно плавать? Ты собрал с собой стаю. Все, идите нафиг. Все по домам. Ё-моё. Кошмар. Домой. Так, отлично. Лево-право, вверх-вниз. Так, вверх это у нас. Так, это низ. Вверх. Да пофигу, даже так это уже хорошо. А, shift. Нет. Ctrl вниз. Альтернативный удар. Да, пофигу. Самое главное, во, туда-сюда. Если что, и так подняться можно, опуститься. Все, кайф. Стройка будет продолжаться. Это хорошо. А теперь нужно все койку. Вот и вот. Это надо реализовывать. Для тебя нужно седлышко. Надо прям, чтобы было все хорошо. Я что, тебя зря томил, что ли? Благо, до сих койки тут недалеко. Прям вообще рукой подать. Я бы так сказал, это прям... Мой дом родной, почти нифига себе, чуть в воду не упал. Так что, изи-бризи, если бы не туман. Ты посмотри-ка. Феникс летает. Да. Тихо. Я помню, как я на скерче гонял и пытался фениксов найти. Может притомить? Надо бы, наверное, притомить все-таки. Ну, я их ни разу не томил. Даже приземлиться получилось сразу. И 4. Это будет далеко не быстро. Это будет очень долго. Но рано или поздно сок появится. Не знаю, как здесь, но эспрессовские глюк манили. Если в них не заглянуть, они не вырабатывали, по крайней мере у меня такое часто было, не вырабатывали этот долбанный сок. Феникс. Сера. Пассивная? Ой-ой-ой-ой-ой, чё-то я не сильно хочу Феникс томить. 79, да, там серо было? Пассивное, там, блин, ё, ПРСТ. Так. Чую, это будет очень нескоро. Сколько? По одиночке. Отлично, я так и думал. Я просто решил посмотреть, а точно по единичке будет? Естественно. Да. Ну а чё? Секвоя. Так и назовем. Пускай будет.
Хотел древесный сок написать, но вот что-то с языком не вышло. С переключением языка, в смысле. Ладно. Погнали. Дропы поищем. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Да ладно, на центре тоже есть такие дропы. И тишкина гадость. Благо здесь всякое говно. Эй, тусуется мелкий обезьянка. Вот как один из вариантов. 41 сочная мята. Это, если не ошибаюсь, 40 будет этого древесного сока. Ну, плюс-минус. А значит что? Правильно. Это приближает седло. Но здесь еще он будет падать-падать, а пока можно слетать и другие посмотреть. Благо мод на трубу позволяет это делать. Ничего себе там киблов! Давай! Тихо, взлетай! Ну ёб твою ж за ногу, чтоб тебе тварь икалась, а! Ну как ты, ублюдок, надо ласты с собой носить. Надо с собой всегда держать ласты. Кстати, ласты. Ну давай ластами сгоняем. Домой. За ластами. Плыву я, конечно, быстрее. Но жирно меня подталкивает. Прям тварь редкостная. Козёл. Ой, блинский, блин. Нет, такие дропы побольше. По идее, это он должен работать так же, как обычный синий кибл. По идее, надеюсь. То куда-то сразу же дропнем. Всякая гадость. И ласт почти поломал. Но не козел. Так, там, наверное, мой синенький уже приземлился. О, точно приземлился. Надо к нему. Срочно. Там сочная мя... Сочная мякоть кактуса. Хотел сказать сочная мята, но что-то... Что-то чувствую на... Это... В полночь у меня мозги стали плавиться. Лобысь. Я не понял, от... Там какая-то хрень была непонятная. Так, этот остров, я смотрю, стал небезопасным. Там что-то этот появился. Жнец. Ещё там я такой... Прайм... А, пак! И здесь мы получаем праймовский сет. Но он будет хуже, чем мой сет. Но можно его разобрать. Погнали до дома. Так, вот они, все праймовские шмотки. И... Хочу! Ах ты, собака. Меня обманули. А, 20 всего лишь. Жаль. Жаль, что так мало. Так, а здесь у меня сколько осталось? А, только у меня одна и осталась. Ну, бывает и такое. Так, здесь. Нет, так я точно буду долго собирать. А сколько ты там требуешь? По 5 древесных сока. Обалдеть. Ух, так я точно буду подолгу это все дело собирать. Отдай. Вот это выкинуть. Но остальное по делу лежит. Так, какие способы еще быстро добыть шкуру или что-нибудь? Почему ты не хочешь снова заспавниться? Гадость. Ну слушай, пока летал, уже по 7 появилось. Да, но будет долго, но со временем все появится. Вот, 7, 8. Это получается у нас
5. Все еще не хватает. Иначе что? Значит, полетели дальше. Кошмар. И дропа полутал. И почти полчаса в АФК потусил. Но с горем пополам. Потихоньку, полигоньку. Все-таки нафармил. Да, там еще и ресурсы пофармил и так далее. Ну, как всякие понадропались. Кирки, серпы и так далее. Ну, и, в общем, тоже подлутался немножко. Не ик, а би. Отличненько. О, замочили кого-то. Красавы. Аргентависа. Вдвойне красавы. Погнали. Так, что у тебя по ХП? По ХП у тебя до усрачки. Выносливость до усрачки. По ХП тебя все равно качнем. Да, пятихаточки, потому что дело такое. И естественно все урон остальное. Так, какая сволочь меня... обижала. Так, немножечко хитинчика. Так, это простой. Точно, 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 точно. Так, где-то здесь был альфа, тусился. Мелкий. Ты козел. Где-то тусил маленький альфа. Ну, в каком плане маленький? Маленький в плане... О, так ты еще и прыгаешь. Кайф. А, маленький в плане левла. Вот так то. Ухи! Это точно не маленький. Короче, не знаю, где я видел. Но я точно могу сказать, что... Здесь даже альфа грифона нету. И смотри, какая мордаха. Такие пироги. В общем, альфачик у меня есть. С этого, можно так сказать, начинается уже другое выживание. С помощью альфача уже можно будет пробовать убивать более жестких дино, что немаловажно. Добывать ресы и все в таком духе. Ну а на сегодня уже все, как говорится. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока.